С наступлением холодов ремонтные работы по замене отопления проходят в режиме флешмоба. Сегодня здесь, в Черногорске, на улице Енисейская, идет замена теплотрассы. Дело, конечно, благородное, но иногда такие работы доходят до абсурда. На данный момент участок дороги здесь полностью перекрыт, и чтобы местные жители смогли попасть к себе домой, им приходится нарушать все правила дорожного движения. Но, по словам пресс-службы республиканского ГИБДД, проезд все же где-то есть. Мы решили проверить, действительно ли это так. А проезда здесь и нет. Выяснилось, ремонт на этом участке автодороги идет еще с лета. По периметру всей улицы установлен запрещающий знак. Проезд под него грозит солидным штрафом или лишением прав. Ситуация точь-в-точь обстоит и на ближайшей соседней улице, которая тоже перекрыта бело-красным кирпичом. В итоге получается капкан, в центре которого жилые участки и детский сад. У местных жителей нет шансов, чтобы добраться до дому, не нарушив ПДД. Вот видите, сегодня я нарушила, потому что у нас везде все поперерыли. И когда это закончится, неизвестно. Я вот в этом детском саду работаю кладовщиком. Ко мне продукты теперь не могут подъехать. Объездная дорога, ну вот, вот только вот эти вот канавы. Все здесь, грейдер никогда не ходит. Руководитель наша позвонила везде, в милицию, в полицию, в ГАИ, узнала, что как нам добираться. Они сказали, ну пожалуйста, нарушайте, но раз больше нет путей никаких. Людям и учреждениям загадочного треугольника остается только уповать на милость сотрудников ДПС. Если здесь встанет экипаж, то через пару часов у инспекторов закончатся бланки выписки штрафов.